Оптоволоконная магистраль достигла Тампонского района. Ее провели в рамках соглашения между правительствами Якутии и Магаданской области о реконструкции магистральной линии связи с заменой кабельных сооружений на волоконно-оптическую линию вдоль трассы Колыма. Протяженность линии составляет более 2000 километров. Бригада рабочих компании НПО «Импульс» сейчас базируется в селе Мегино-Алдан Тампонского района. К концу августа оптоволокно должны провести до райцентра. В связи с тем, что мы, во-первых, отмечаем 85-летний юбилей Улуса района и 75 лет образования поселка Теплый Ключ и районного центра поселка Хандыга. Созрела такая идея провести в рамках юбилея форум с привлечением наших недропользователей. 26 августа во время форума мы откроем линию оптоволокно в поселке Хандыга. Интернет у нас будет минимум 3G, да? 4G тоже в плане.